Во Всероссийском детском центре «Смена» собрались ребята со всей нашей необъятной страны. Из 80 регионов, 149 классов команд. 3 недели юные спортивные таланты проявляли свое мастерство в многоборье и беге, бадминтоне и дартсе, настольном теннисе, шахматах и плавании. По количеству призовых мест лучший результат у команды Республики Хакасия – 3 призовых места. Мы так давно ждали этой победы, очень рады ей. Второе место разделили команды Чеченской Республики и Ханты-Мансийского автономного округа. У каждой из команд по 2 победы. 25 класс команд заняли по 1 призовому месту. Церемония награждения победителей 23 сентября получилась яркой, торжественной и одновременно очень трогательной. Награды и подарки нашли своих героев. Среди сельских класс-команд на 3-м месте команда Пермской области, на 2-м – Приморского края, и победила команда Саратовской области. В общекомандном зачете среди городских класс-команд на 3-й ступени пьедестала почета представители Республики Коми. Серебро у команды Волгоградской области, а золото выиграла команда Челябинской области. Сюрпризом для участников соревнований стало выступление звездного гостя, участника телепроекта «Голос» Ивана Чебанова.